Всем привет! Нам всем так знакомы сезонные перепады настроения, так называемая депрессия. Однако мало кто знает, что зачастую это связано именно с освещением. Но вот, к примеру, в зимнее время нам так не хватает естественного света. И это непосредственно влияет на наше психологическое состояние и на наш эмоциональный фон в целом. Это все касается естественного освещения, которое мы не в силе как-то контролировать. С искусственным светом все наоборот. Такой свет мы можем заменить, сделать его поярче, потускнее. И вообще контролировать такое освещение, чтобы воздействие света было на человека более благоприятным. Или создать для себя более комфортные условия как для отдыха, так и для работы. Осуществить такой контроль над освещением нам поможет прибор LuxMeter KT620L серии EcoLamp от компании КВТ. Прибор предназначен для измерения уровня освещенности, создаваемого различными источниками света. К примеру, такими лампами, как флуоресцентные, металлогалогенные, лампа накаливания и так далее. Такой прибор состоит из самого датчика, который замеряет освещенность, защитной крышки, дисплея, клавиши для заморозки показаний, клавиши выбора автоматический ручной режим, клавиши для максимальных минимальных значений, клавиши измерения либо в люксах, либо в футах свечей, клавиши для относительных значений и клавиши включения и выключения прибора. У такого прибора датчик измерения освещенности поворачивается на 180 градусов. Прибор люксметра широко используется в следующих случаях. К примеру, в офисах, в сфере дела производства, в приемных кабинетах. То есть повседневная работа в офисе, чтение, работа за компьютером. Рекомендуемая освещенность в таких помещениях должна составлять 300-500 люмен. Потому что плохое освещение может вызвать сильные головные боли, и если работать в полумраке постоянно, то боль может приобрести хронический характер. Также такой прибор используется для измерения освещенности в производственных помещениях, на рабочих местах, в школах, библиотеках, медицинских заведениях, музеях. Ведь слабое освещение негативно сказывается на трудоспособности человека. Если в офисе или учебном заведении не хватает света, взрослые дети становятся вялыми, быстро устают, и эффективность их работы снижается в разы. Также прибор служит для подбора яркости ламп в оранжереях, тепличных хозяйствах, где выполняется разведение и содержание растений. Свет является одним из основных факторов среды в жизни зеленых растений, так как он служит для них источником энергии. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока!